Доброе утро, друзья. 20 августа на дворе в Махмутларе. Время сейчас без 26. Почти ночь. Вот такая интересная погода. Облачка что-то сегодня собрались. Буду сегодня пытаться ловить опять со дна на креветку, то есть без поплавка. Вот, и посмотрим, что получится. Вот, друзья, уже простоял я тут 2 часа, у меня подходит к концу креветка. Но, к сожалению, я поймал всего 2 очень скромных сокаров на эту креветку. Поклевки были постоянно какие-то такие, но очень слабые. И рыба не садилась на крючок. Я здесь спустился вообще во все тяжкие. Такая микроудочка. Наверное, метра, даже не знаю, 1,5 метра, вот такая маленькая. И ловлю вообще без поплавка. Просто забрасываю 4 крючка с тестом, с маленьким грузилом на 1 грамм и подтягиваю катушку. Ребят, смотрите, 2 часа я ловил на креветку, ничего не поймал вообще. И вот, кстати, через 2 часа мне попалась вот такая красавица какая-то, я не знаю, что это. Меланур, не меланур, но, в общем, такого цвета салатового. Обалдеть. Так весело, причем взял ее на маленькую удочку прям рядом с берегом на хлеб. Я в шоке, ребят, я просто в шоке. Сейчас еще раз попробую забросить. Вот, друзья, попалась вот такая же малышка, такая же рыбка, как предыдущая, но это совсем маленькая. Сейчас отпущу. Судя по всему, рыбалка уже кончилась на сегодня. Так, оп, и уплыла. Вот так. Смотрите, еще раз закинул. Прям думаю, ну последний уже раз, все. И такой сокарчик, хорошо, прям настроение повышается. Вот, попалась мне еще одна вот такая же малышка. Маленькая, надо ее отпустить. Сейчас еще раз покажу ту, которая побольше. Вот такие вот рыбы водятся в Средиземном море. Интересные, красивые. Жалко, что сегодняшняя рыбалка была такая нерезультативная. Но вот эта рыбка мне очень поправила настроение. Развеселила к концу рыбалки. Спасибо, что посмотрели.